Добрый день! У нас сегодня видео также про путешествия или то, что нам помогает путешествовать. Мы, можно сказать, такая мобильная семья и стараемся как можно чаще куда-то выезжать. Не только по стране, но и за границу. Да? Что а как котятка? Успокойся. Так, для этого, вы как сами понимаете, нам нужно какие-то сумки, вещи. И я дарю вам лайфхак от моей семьи, что когда мы куда-то улетаем, то мы стараемся не брать багаж, а брать какие-то маленькие сумочки. Почему или маленький? Рюкзачок, например. Почему маленький? Это не 80, это... Так, успокойся. Так, берем мы небольшие рюкзачки, и чтобы не переплачивать за билеты. Вот. И поэтому мы стараемся не брать с собой багаж, чемодан большой, хотя они у нас есть и новые. Но то, что сейчас подорожали билеты, это за багаж нужно платить около 50 долларов. Поэтому... Мы берем, ну и раньше мы это так в основном делали, брали рюкзачки или такие сумки небольшие, как ручную кладь, и не переплачивали за авиабилет. Но обратно мы возвращались и, конечно, покупали подарки, покупки, какие-то вещи за границей покупали. И обратно мы, конечно, берем с собой багаж и уже доплачиваем за него. Но где взять? Где взять этот рюкзак? Ну, в рюкзак же, конечно, не войдет. Где взять эту большую сумку или большой чемодан? Не покупать же там за границей. Куда Анфисулик спрятался? Куда спряталась? Вот. Поэтому и куда же нам спрятать этот большой чемодан, если мы едем с маленькими рюкзачками? Мы пробовали брать сумку. Конечно, ну, складываешь такую сумку, складываешь, очень тяжело потом тащить ее, 20 килограмм. Поэтому мы заказали на сайте, очень много сайтов или магазинов, где можно взять складывающую сумку. Такую сумочку на колесиках, очень удобную. Вот эту. Да, вот эта сумочка складывающая, мы ее уже распаковали. Она пришла, вообще она пришла очень быстро, за 2 недели. Да, мы не ожидали, что она так быстро придет. И вот мы сняли уже с нее упаковку, и она осталась только в таком мешочке. Давай, Анфисулик, помогай ее открывать. Я могу понять, как открывается. Давай, вот, снимай мешочек. Я могу понять. Давай, снимай мешочек. Это просто мой подарок. Какой подарок? Ты думала, это что, подарок, а это сумка? Вот такая она была упакованная. Размер я замерила 50 сантиметров. Ну-ка, давай. Так, подожди. 50 сантиметров у нее. Как раз она может войти в ручную кладь, в рюкзачок какой-то. Вот, например, вот такой заплечный рюкзачок или в какую-то сумку вручную. Что ты хотела сказать? Я хотела сказать, сколько колесиков. Колесиков, давай посмотрим. Вот. Тут в колесиках 5. 5 колесиков. Вот, раз, очень удобная. Во-первых, они сами мобильные колесики крутятся, и она может ехать в любом направлении. Нет, это не крутится. Это тоже крутится. Вот, все крутится, все. Вот эти 5 колесиков, вот такие вот, да. И сама она, и вот так. Сама она размером 80 сантиметров. Вот такая она длинная. О май гад, это как колбаска. Да, вот такая вот. Оп. Так, здесь она на замке. Ой, вот. Здесь клеенчатый. Внутри воняет. Воняет, но она новая, конечно, она воняет. Выложена к... Внутри клеенчатая ткань, что если что-то у вас будет, то ну, не протекет, вы, может, дьюти-фри что-то купите. Да. Так, и с этой стороны тоже ткань хорошая. Я хочу что-то сказать. Ну, давай, говори. Если это, ну, по имени какой-то сода, и она открытая. Замок широкий, толстый. Так, это открыт, кокосик если, пришел. Если сода, иди-ка. Я что-то сказала. Если сода какой-то открытая, значит...
он, вы его положите в сумку, и там клеенчик, но он не запачкается, да. Вот, с этой стороны двойной замок, можно туда-сюда, и зафиксировать чем-нибудь, чтобы, если вы боитесь, когда вы сдадите багаж, то, чтобы не открывали. Вот здесь вот такая ручка, можно сказать, вот так вот, можно вот вести, да. Притом так здесь, маленькая. Да, вот можно на плечо вот так ее идти и ехать, например. Или вот так. Да, вот так она едет. Вот так она едет по дороге. Можно даже вот так. Так, подожди, да. Смотрите, можно даже вы и с этой сумкой и выехать. Вот так. Куда-то, в полет, да, можно и не брать никакой... Анфиса, отгони котиков. Так, и можно с этой сумкой выехать, с самой не брать рюкзак. Вот, она сама такая мобильная, складывается. Вот с двух сторон две ручки вот такие. Вот так вот. И сейчас мы ее сделаем так, с этой стороны кармашек. Например, вы можете положить сюда билет. Вот так. Билет или еще что-то. Да. И так. Или что, как ты думаешь? Или игрушки твои? Телефон, наверное, как-то не очень, да, сюда положить? Почти. Можно телефон, да. Но пригляд, давай, помогай мне. И она может складываться до минимальной. Давай, помогай мне. Вот так берем, складываем. Тяни аккуратно, а то еще не успели попробовать и поломаем. Ну, так, давай. Попытаемся сложить. Давай, помогай мне. Вот. Давай, ты вот так выравнивай. Ну, давай. Оп. Ну, давай ломать не будем. То не успели съездить уже. Поломаем. Так, дальше. Да. Вот так она складывается. Каждый где-то 15-17 сантиметров. Каждый проем вот этот вот складывается. Сама я, как и сказала, она вся длиной 80 сантиметров. Она очень прикольная. Да, вот она вот так вот складывается, и вы уже можете как с маленькой сумочкой ехать. Чем например, ручная кладь в некоторых авиакомпаниях 45 сантиметров шириной. Да, в некоторых 50 разрешается, в некоторых даже 55. Но самый маленький EasyJet это 45 сантиметров, но вот она 50. Так, вот еще, да. Анфиса, давай, будешь помогать мне складывать? Да. Давай. Да, давай. Я буду так, а ты давай закрывай. Закрывай. Эй, котики, куда? Котик грызет провод. Анфиса, отгони его. Так, вот у нас от микрофона... Думай два. Да, от микрофона... Так, давай, мы будем продолжать. Мы без дублей будем на одном дыхании делать видео. Так, закрываем мы второй ряд, закрываем. И, как я говорю, что вот EasyJet там самая маленькая ручная кладь, да, 45 сантиметров длиной. Есть еще 30-33. Ну вот это в среднем, как бы можно сказать, подходит в их калибратор. Можно будет запихать, который на 50 сантиметров. На 50 сантиметров. Вот такого она уже размера. Вот. Оп. Давай покатай. Так, продолжаем. Вот до какого минимального размера эта сумочка может упаковаться. Так, а еще самое главное, я не рассказала за цену. За цену она у нас обошлась. Сейчас скажу. Так, $45. Не тряси, пожалуйста, ты уронишь. Так, ну вы вместе сейчас уроните нам все. Так, в $45 она нам обошлась. Поэтому, так, если кто-то нас смотрит. В шекелях получилось у нас 180 шекелей вместе с доставкой. Доставка там 50 что ли шекелей. И это получается 50, да, $50, да, получается $50. Так, в рублях вы сами переводите. Сколько у вас в рублях? Так, получается. Вот, до такой степени она упаковывается. Давай покатай. Вот, даже ребенок может катать ее. Такая.
Вот. Оп. Вот. Можно взять ее на плечо. Вот так. Да, вот так взять ее на плечо, нести. Да. И даже ребенок ее может катить. Хоп. Хоп. По дороге. Да, так, подожди, давай мы сейчас положим кое-что и посмотрим, какой объем у нее будет. Маленький! Уже, да? Фокус, фокус, фокус. Это фокус! Так, подожди, не закрывай. Сейчас мы что-то положим. Давай вот, например, положим покрывало, как будто это бы. Это чем? Это вещи. Это кому-то это наши вот вещи. Как будто это наши вещи, с которыми мы поедем как с ручной кладью. И мы не хотим за нее доплачивать. Вот ручная кладь у нас такая будет. Да, вот такая сумочка. Так, или можно, да, вот так на плечо взять ее. Подожди. Или поднять. Подожди. Вот так, да. Вот так вот, вот. Компактно она смотрится. Можно как рюкзак вот эти две ручки одеть. Вот сзади. Так, вот так. Идем. Да. Идем. Ну и все. А если, например, просто вы... Она вот так же складывается. Нет, в самом начале видели, как она складывается. Можно запихать во что угодно. Например, берете вы чемодан с собой. Можете также ее туда на дно положить. Сложить, положить ее и провести, и все. И потом, когда вы выезжаете, заплатили, к примеру, за два багажа, то вытаскиваете, у вас огромная большая сумка. Так что вот, рекомендую вам, я довольна. Надеюсь, в следующей поездке мы ее опробуем, эту сумочку. Так что вот так. Рекомендую. Вот эти вот ручки хорошие, не рвутся. Вообще. Не, ну мы не знаем, вообще или не вообще. Ну вот как это, киперная лента называется. Это такое качество сумки хорошее. Пока вот я сейчас смотрю, вроде хорошие замки. Такие плотные замки. Замки широкие. И вот эти собачки тоже большие. Вот здесь собаки. Собаки, да. Вот это вот ручка. Я не понимаю, какие. Ну, вот эта ручка. Такая. Маленечко хлипкая, я не знаю. Ну, это сколько должно вешать, чтобы не удержать? Сколько килограмм тут должно быть? Ну, конечно, когда полная. Когда она полная, она, соответственно, будет и высокая. И до плеча будет доставать. И просто, просто будешь идти, например, по аэропорту. И вот так вести ее уже на плече, и она будет доставать. Метр, так, 80 сантиметров, ну, конечно, будет доставать. Ну, вот, вот и все. Вот наши... Наши пожелания вам. Чаще летайте, отдыхайте, берите такую сумку с собой. И берите это, чтобы снимать. Так, Анфиса балуется у нас. Как раз сейчас сезон путешествий. Желаем удачи, всего хорошего. Пока. Пока. Пока-пока.